Па-п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 а. Всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей. Мы продолжаем сабнафтику, сабнуфтику, сабнофтику, как угодно. Короче говоря, с прошлой серии тут немножко все поменялось. Я построил себе складов, подобывал немножечко различных хренюшек, которые могут нам понадобиться, так сказать, под запасы, потому что мы до этого по полсерии тратим на поиск всяких нужных нам приколюх. Сейчас я более-менее подзапарился, подэтовался, построил, короче, себе еще 4 дополнительных батарейки, то есть у меня теперь 2 комплекта по 4 штучки, а пока одни заряжаются, другие у меня есть в инвентаре. Кроме того, я построил здесь изготовитель на своей базе, потому что, бляха, постоянно туда бегать мне надоело. И использовать мод-станцию, которую я сделал тоже, я еще ни разу не пользовался, даже не смотрел, просто построил, чтобы, собственно, было. Тут у меня есть аптечки, я пока все это дело делал, я вот так вот постоянно при входе-выходе заползал в спасательную капсулу, забирал аптечку и уползал обратно. А, нет, ни хрена. Короче говоря, все ясно стало, все понятно. Давайте посмотрим, что нам нужно. Да, кстати, вообще новость. Новость, вообще новость месяца, короче. А, вот еще у меня шкафчик один. Со всякой его энергетикой у меня есть одна. Со всякой, короче, новость вообще величайшая. Я нашел все куски мотылька какого-то. Пока, короче, шастал, искал всю эту руду, всю эту хрень, я нашел мотылек. Это что такое? Аптечка? А, это который я брал, наверное, который у меня был перегруз инвентаря. Ни хрена себе полезно как. Так, ладно, давайте я одну сбагрю, две себе оставлю на всякий пожарный. Пойдем попробуем сделать мотылек. И пока я все это шастал, искал, я понял, что циклоп это что-то не то, что я думал, потому что у циклопа очень много блоков. Я нашел ядро циклопа какое-то, начал исследовать еще что-то. То есть корпус циклопа это что-то очень маленькое на самом деле. А, так, давайте использовать сборщик транспорта. Транспорт, вот это что? Мотылек, титановый слиток, энергоячейка, 2 стекла и смазка. А, все окей. Так, титановый слиток, энергоячейка. Титановый слиток, энергоячейка. 2 стекла и смазка. Так, титановый слиток, энергоячейка. 2 стекла. Да, я. Подожди-ка. Так, значит, раз, два, три, четыре. Это на 2 стекла. Потом. Сколько там, не знаю. Это, допустим, на титановый слиток. Сейчас по-быстренькому. Все, так, титановый слиток. 10 титана, ни хрена себе много. Так, 2 стекла. Ага. Ага, все лишнее мы, значит, убираем. Лишнего ничего нет. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Энергоячейка как раз-таки, смотри, одна осталась. Прям красота. И смазка. Что нам нужно для смазки? Давайте посмотрим. Смазка. Ой, вот это я прям вообще, блин, целый ящик под них выделил, оказалось, пригодилось. Смотри-ка, раз, два, три. Хорошо. Вот как все хорошо, когда все есть-то. Так, и смазка, поехали. И теперь мы можем сделать мотылек, я так понимаю. Ну, поехали. Короче говоря, для циклопа очень всего дохера надо. Он, походу, делал какой-то огромный. И мы его сделаем, когда все найдем. Сегодня мы, наверное, пойдем искать всю эту приблуду для него. Так, мотылек, поехали. Бляха, это моя подлодка. Моя подлодка, смотри-ка. Натуре подлотень моя, смотри, что делается. Опачки. Эй, подожди. Не уплывай, ты чего? Так. Залезь в мут... Ах, что-то улучшения какие-то были. Где улучшения? Блин, давай. О. А что сюда надо? Модули улучшения. Это пойдет? А зачем ты выбра... Дурак, что ли? Не выбрасывай ничего. Блин, а что до улучшения-то? Значит, походу, дела еще нет. Добро пожаловать на борт, капитан! А как она работает? Здоровье 100, энергия 100. Выйти на Е. Бляха, а как она работает? Мотылек. Смотри-ка, ни хрена себе, в натуре мотылек. А это что такое? Буй-бунь-буй-бунь. Бляха. Ну, поплыли, ладно. Так, кислород здесь не тратится, что ли? Вообще огонь. А чем она, как бы, питается? Здоровье, энергия. Блин, я так понимаю, мы теперь вообще, короче, жесткие парни. Так, я примерно вспомню, в какой стороне у нас валялись осколки. Блин, как он плохо поворачивается вообще. Куда-то нам туда. А как его повернуть-то?
Не, Серёга, а как его повернуть? Что-то я не пойму, а как он поворачивается? А, вот, на вышку. Бляха. Короче, напротив... Только в воде, что ли? Напротив Авроры есть место со злыми ребятами. С какой-то уже даже не акулами. Я подобосрался, когда их увидел, если честно. Но там, короче, есть обломки всякой нашей нужной нам этой. Так, а я вообще из нее исследовать что-нибудь могу? Или она чисто так? Блин, а если я просру мотылек, это будет печально. Ну, я думаю, мы справимся как-нибудь. Я не знаю, быстрее он перемещается или нет. А фонарь есть у него? Блин, просто если нет фонаря, то это херово все. Где-то вот тут, короче, есть какие-то поля уже. Грибные, опять-таки, мы их вроде видели. И здесь валялись... Энергия кончается. А чем она заряжается-то? Наверное, энергоячейкой. Только вот где ее взять? Ну, в смысле, энергоячейки-то я знаю, где брать. Вопрос в том, что ее можно как-то перезаряжать или нет? У меня энергия-то кончается. Бляха-муха. А, так еще есть компенсатор давления, что ли, по-моему, какой-то мне говорили. Для этой всей херни. Блин, ну фонарь у него уже есть, это я вижу. Осталось понять, как заряжать всю эту. Я куда вообще приплыл-то? Я сейчас уплыву нахрен, потом до дома не дойду никогда в жизни. Так, вон там где-то, вон там, значит, должна быть Аврора, правильно я понимаю? Мотылек мой максимум опускается на 200 метров, судя по всему. Бляха. Давайте-ка мы лучше, короче говоря, вернемся к себе. И вместе с этим делом возьму там какой-то компенсатор давления, по-моему, он нужен, вроде как для мотылька мне писали. Я просто даже не понимал, что за мотылек, но это моя субмарина. Короче, моя охерительно огромная подводная лодка, которая, я не понимаю, насколько быстро плавает, как глайдер или быстрее, возможно, пока что не ясно. Но вроде как побыстрее, хотя это было бы, наверное, читерство, да, и быстрее, и кислород не тратится, вообще все нормально. Но нам из него надо будет выплывать, я так понимаю, постоянно, чтобы... что-то собирать или вроде того. Я прям не могу, у меня вот времени совершенно на сабнафтику сейчас нет. У меня она записана немного наперед. Но, блин, я так вот поиграл с утра, пока просыпался. И думаю, да не, нихера, короче, надо еще записывать. Я не могу, мне прям охота в нее играть. Мне прям вообще прям не могу. Мне уже надо и Ведьмачка записывать, и еще что-то другое записывать. А я на сабнафтику записываю. Вот я, короче, творю дела. Как заряжать-то ее? Никто не скажет, нет? Так, ладно, давай выйдем из мотылька. А ты всплываешь, нет? Нет, он стоит на месте. Так, хорошо, компенсатор давления, по-моему, где-то у меня здесь был. Значит, открыть шкаф у меня все вот здесь. При высоком давлении корпус транспорта становится прочнее. Ага, это сюда. Это мне не надо. Модуль энергоэффективности циклопа. Так, это для... Я, кстати, зуб сталкера нашел. Не помню, для чего нужен, но я его нашел. Просто чисто случайно, короче, заметил, валялся. Так, ну-ка. Где-то у тебя улучшение тут. Доступ к улучшениям. Смотри-ка, в натуре. И 300 метров теперь стало. Хорош. Так, теперь всплываем, еще раз осмотрим, куда нам надо. Пока что у нас темно. Где Аврора-то? Ага. Значит, нам куда-то надо вон туда. Поплыли, короче, туда. Энергия 92%. Блин, а как ее заряжать-то? Энергоячейками или как? Просто если нужны энергоячейки, то мы, естественно, это все найдем. Их, по-моему, даже можно было сделать. Блин, ну-ка, подожди-ка. Нет, не разбивайся давай, ты чё? Он сейчас, наверное, заденет, у него здоровье будет падать. Где моя халупа-то? Пойдем посмотрим, что делать с энергоячейки. Просто вот так вот, знаешь, плывешь, и ни с того ни с сего кончится заряд, и это будет не очень хорошо. Так, стопышка. Блин, вообще огонь. Ага, бутылек такой маленький, прям прикольный. Кислородный не тратится. Так, давай-ка ты, изготовитель херов. Энергоячейка. Силиконовая резина и две батареи. Ни хрена себе! Силиконовая резина и две батареи. Так, ну ладно. Силиконовая резина и две батареи. Допустим. Ой, бляха. Так, энергоячейка. Допустим. Это просто на всякий пожарный я себе взял, чтобы пригодилось. Где? Сука, такая каска, короче, просто подводная. Так, доступ к улучшениям. Нет, это батарея, энергоячейка. Ну, по ходу дела, может, как-то будет перезаряжать, наверное, да?
Так, ну-ка. На R ничего не перезаряжается, если что. Так, вон там Аврора, нам мы туда. Короче, вроде не запаслись. Так, на всякий пожарный вот так вот сделаю. А то мало ли что, сейчас лоханюсь. Я не хочу тратить свою единственную подлодку. Мы так долго к этому шли, так долго к этому стремились, и то я возьму простую подлодку, так не пойдет. Мы сейчас плывем туда ближе ко дну, там валяются много, по-моему, кусков циклопа, но там какая-то опасная акула. Сучара такая прям, она на меня налетала, меня грызла, чуть один раз даже не убила. Я, наверное, где-то в районе часа, может быть, час-полтора я собирал все приблуды. Имеется в виду руду, всякие вот эти водоросли, херу. Вот валяется! А, это, по-моему, мотылек. Вот. Тихо. Ты меня бьешь сейчас? А, нет, тебе на... Лошара! Лошара нахрен пошла, чмошна! Вот так-то! Так, это что такое? Нам надо как-то его приземлить пока что и попробовать. Вот, по-моему, это фрагмент мотылька, если я ничего не путаю. Где? Да, это фрагмент мотылька. Блин, ну у меня уже есть мотылек, зачем мне его опять фрагментировать? А, это титан. Так, ну ладненько. Так, я что-то выкинул сейчас, мне показалось. Ну ты к ней врезайся давай. Блин, я здоровый стол. Так, что-то я, короче, уже запутался. Куда мы плыли? Вот здесь в районе этой красной травы я много чего нашел. Блин, энергии так-то тратится. Да что сейчас было? Так, нам куда-то вон туда поплыли. О, опять огромный кит. Ну, это мы уже видели, я даже исследовал. Это как его? Спина-риф или рифоспин какой-то, не помню, как он называется. Если кто-то не видел, то вон он. Здоровая махина, так она на самом деле бесполезная. Она не бьет, не атакует, ничего особо не напрягает. Вот, вот еще обломки. Вот здесь, наверное, много всего будет. Пойдем здесь порыскаем, хотя здесь вроде был. А, да-да-да, здесь я как раз-таки и находил фрагменты мотылька очень много. Здесь постоянно плавает рифоспин. Значит, нам куда-то туда дальше поплыли. Там где-то дальше есть другие акулы. И, кстати, частей циклопа, их очень много, и они очень разнообразно выглядят. Блёха, я прям не могу. Фрагмент комнаты сканирую я. Я уже все, представляешь, я плаваю, мне вообще насрать на все. И у мотылька есть, короче, кислород, можно спокойно из него вылазить, залазить и обратно, короче, насыщаться кислородом. Смотри, как классно, да? Так, вот, вот они все эти фрагменты, вот валяется фрагмент, я так понимаю. Давайте куда-нибудь здесь оставим мотылек и по округе поплаваем, если что, свалим с ним в него, я думаю, нас не убьют. Вон какая-то херня валяется. Так, ладненько, поплыли. Вот фрагмент корпуса циклопа, отлично. Ха-ха-ха, чертеж корпуса циклопа, хорош. Заряжатель энергоячеек, отлично. Вот, отлично, нам надо будет сделать много батареек тогда. Много батареек, и он полностью открылся, хорош, много батареек и мостик циклопа. И сделать из них энергоячейки, посмотрим, сколько они тратятся. Так, модуль сверхпрочного усиления корпуса циклопа, да ладно. Хорош. Бляха-муха, ну мы вообще, короче. А ты отражаешься, да, окей. Блин, а ты кто такой? Ты бьешь меня, нет? Светящийся скат. А мы его изучали вроде. Да-да-да, было дело. Так, фрагмент энергопередатчика. Ага, 50%. Еще один корпус. Мы сейчас все циклоп вообще соберем. Блин, а корпус циклопа у меня уже есть. Ну ладно, пусть будет титан. Блин, да вырезаешь, как классно стало. Мы теперь на глубине спокойно можем заползать обратно в этот, в наш светлячок, мотылек, и спокойно насыщаться кислородом, возвращаться назад. Ну куда я скат все-таки захерачу? Его можно поймать? Скаты, они, по-моему, не особо опасны, ребят, не атакуют меня. Они, блин, ну куда ты поплыл, сука, не дал себя изучить, собака? Во! Вон, это новая акула какая-то, нам туда куда-то. 30 seconds of oxygen remaining. Да не бубни, ты где мой мотылек-то? А, вон он. Он сел, что ли, на дно? Есть. Так, сканер не требуется, X3. Ну, хорошо, окей. Welcome aboard, Captain. Добро пожаловать на борт, капитан! Хе-хе-хе-хе, привет! Так, во-во, вот это место, вот эти грибы какие-то непонятные. Вот здесь я много чего находил. Блин, ну классно вообще. Да, вот это грибное поселение непонятное. Здесь еще светящиеся скаты и прочие хернина. Хрнина. Мы сейчас найдем обломки корабля какого-нибудь, будем его изучать. Пока вроде ничего тут нет.
Бляха, ну вот так спокойно уже поплавать по дну, это к этому шли очень давно. Очень долго мы к этому шли, это прям... Это прям вообще огонь! Так, у нас главное... А чё так, бляха, как долго всё прогружается-то? Нам главное не опускаться ниже 300 метров, иначе я так думаю, у меня... Блин, как всё тормозит! Это прогружаются грибы. Иначе у нас с вами, наверное, ничего хорошего не выйдет из того, что мы задумали. Во! Электрический червяк. Бляха, смотри, осьминог, космонавт, у него какой-то пузырь с воздухом. Ты бьешь меня, нет? Почему нельзя отсюда все исследовать прям? Прикинь, нельзя в натуре. Охереть. Бляха, охереть. Так давай-ка маленько отплыву отсюда. Мне кажется, вот он-то точно мне прошарит, если что. Он опасный, нет? Вроде не агрессивный. Ты можешь мне энергетику зарядить, дружище? Что-то он меня тоже исследует, по ходу дела. Ой, блядь. Тихо, тихо, тихо. Эй, 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 сука! Или это он, или то вот эта херня? Бляха, я там вообще-то хотел эти ящики поисследовать. Да иди ты в жопу, слышь, чего? Еще один. Бляха, и сколько тут? Так, ясно, понятно. Немножко надо нам от этого отсюда подальше мотылька, чтобы они... 95% здоровья, охереть. Хорош, ладно. Главное не потерять. Так, где тут мой ускоритель-то? Поехали здесь пока так поизучаем. Так, мотылька. Мотылька главное не потерять, если что, успеть до него доплыть. Глубина 175 метров. У меня есть ребризер. Мне, в принципе, насрать на то, что такая большая глубина. Ничего страшного нет. Так, энергопередатчик. Отлично. Открыт энергопередатчик. New Blueprint. Огромный светящийся скат. Так, а где это место-то было? Так, мотылек. Главное не упускать его из виду. Нахер, вон они, три этих штуки. Мне кажется, мне этот скат пропишет только так. Он меня, наверное, с одного удара убьет. Поэтому лучше к нему как бы это... Так, компенсатор давления циклопа. Отлично, еще циклоп. Один из трех. Энергопередатчик у меня уже есть. Водоочистная станция. Общий прогресс. Бляха-муха, они вдвоем уже дебилы. Смотри, что делают. Вот это успею, нет? Комната сканирования. Она хера мне нужна? Что я хочу? Я не хочу ничего сканировать. Я хочу циклоп собрать. Ага. Не, видать, что-то четкое. Так, ладно, я к ним особо приближаться не буду. Они какие-то дикие парни-то. Блин, я не привык, так мне надо поменять на пятерку. Да все, все, не бубни. Хе-хе, мотылек. Сука, так прикольно. Не могу прям. Не, ну ниже я, наверное, не полезу. Меня там сейчас расплющит нахер в моем мотыльке. Это у меня 300 метров всего. А тут, короче, уже 200, уже смотри. Уже, короче, на 300 скоро приедем. Ну, смотри, этот осьминог космонавт. Я серьезно говорю, у него этот панцирь какой-то есть. Они опасные, нет? Бляха, вот они, новые миры-то, вот они! Они что-то со мной разговаривают, они, походу, дело думают, что я такой же. Но я-то не такой же. Я совершенно другой, у меня просто мотылек. Блях, как неудобно в нем, короче, передвигаться. Че это? Вот он, по-моему, не злобный. Тут рыгает. Это они, наверное, тоже. Ядрить твою мать! Пошел ты в жопу, сраный краб! Ты охерел, что ли, говна кусок? Сука, это мой мотылек! Ты его не делал, падла! Чтобы ее... Это я врезал сейчас куда-то, да? Вот скотобаза, а! Паскуда, тварь, собака некрещенная! Тварина! Ай! Я найду тебя и убью, понял, нет? 235 метров глубина, мне что-то сейчас все будет убавляться, наверное, сильно. Так, ладно, мы успеем. Мы сейчас все быстренько и изучим, уйдем. Блять, опять эта комната сканирует. Нахер она нужна-то? Ну, вроде кислород не особо сильно тратится, пока все нормально. Ага, 3 из 4. Да мы все успеем, все будет нормалек, все будет вообще огонь, отличненько все будет. Кто? Водоочистная станция. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Построилась. Блин, это еще одна нам не нужна. Ну ладно.
опасные, короче, парни орут что-то. Главное, чтобы они просто так на мой мотылёк не налетели. Так, у меня, походу, расход кислорода и всего подряд увеличился нормально так. Комната сканирования. Просканируем фрагмент комнаты сканирования, все логично. Чтобы научиться сканировать в комнате, надо сканировать наверху. Так, чип-интерфейс, комната сканирования, дрон, камера, улучшение скорости сканирования, улучшение дальности сканирования. Хорош вообще! Блёх, как же много мы все исследовали сегодня. У меня прям новинки только так и летят. Одна за одной, прям одна за одной. Так, еще что-то. Блин, тут на глубине-то прям полно всего. Здесь главное потихо и по-быстрому. Фрагмент модификационной станции мотылька. А-а-а! Сука, как много всего открылось, ты посмотри! Охереть! Да это обосраться, я этого мотылька сейчас прокачаю. Он у меня, сука, всех осьминогов поубивает сразу. Вот это нормас, ты понял? Там целый список вылетел, просто целый список сразу. Стыковая шахта, такая, по-моему, у меня была уже. Нет, нет, смотри-ка, не было у меня такой. Меня радует другое, что если все равно мы как бы помрем, то у нас эти чертежи-то останутся. Это не так страшно, как казалось бы. Ну ж мотылек-то мы еще построим, там ничего сложного в нем нет. Бляха, вот мы место открыли, вообще святое, прям что только нету. Ну-ка возьми, возьми его. Да возьми ты, говорю. Здесь такое сильное давление, по-моему, что даже звуков не слышно. А, нет, слышно. Акула! Ты что тут делаешь, ты дура? Ты видишь, какая глубина-то? Все, все, понял, понял, понял. Окей, мне страшно здесь, я не могу. Мне этого мотылька жалко. Вдруг я его разобью. Ну, мы много чего поизучали. Мы сейчас вернемся тогда на станцию попозже чуть-чуть. И улучшим мотылек как сможем. Но акула мне ничего сделать не может, поэтому в жопу она и пусть идет. Меня могут побить электрические змеи, как они называются. О, блях, это что такое сейчас было? Это кто? Подожди, она у меня отняла здоровье или нет, мне показалось. Так, фрагмент металлолома. Это же металлолом. Че он делает, бляха, на 250 метрах под водой? О, не-не-не-не-не. Я не буду рисковать, я не буду так далеко заплывать. Все, 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 я понял, мотылек, не дури. Беспокоится, переживает мотылек, ты смотри-ка. Конечно, ни хрена себе. Бляха, акула за мной такая охотится. Как-то непонятно, в другую сторону выплывает. Выплывает, походу, дело назад. Ага, два из трех. Блин, ну вообще козырно сегодня все прям. Ха-ха, мы столько новых животных увидели, новые какие-то эти приколюхи, модификации открыли. Это все надо модифицировать, и мотылек вообще будет неубийственным просто. Его надо как-то научиться чинить. Можно ли вообще его чинить? Да по-любому можно, у меня энергия, здоровье. Это же если есть показатели, тем более мы нашли фрагмент заряжателя энергоячеек. Значит, их тоже надо где-то подзаряжать. Все, не бубни. 250 метров и акула. Сука, это вообще не в тему. Тепловая энергостанция. Так, она сейчас у меня прохерачится вся. Отлично. За мной акула охотится, падла. Я слышу ее. Она сзади где-то летит. Сзади где-то плывет. Че это электростанция? Ай, сука, отстань! 30% за раз нахерачила, смотри. Так, ладненько. Здесь реально что-то звука прям нет никакого. Охереть. Ну на нем вот единственное, что неудобно, очень неудобно им управлять. Повороты в стороны, это вообще нехорошо. Половина, короче, из обзора просто теряется куда-то. Ну хорошо, хоть мы только... Нет, ну тут лагает прям дико. Хорошо, хоть мы исследовали и посмотрели новеньких животных. А что будет еще ниже? Что будет, если мы ниже 300 метров уйдем? Там вообще, наверное, беда будет. Если тут, сука, на 200 метрах какие-то электрические змеи размером с дом плавают. Что там ниже-то будет? Там же огромнейшие существа.
Ну мы хотя бы поможем ученым. Наши же ученые, они что? Не в смысле наши вообще. Земные ученые. Они изучают космос и нихера не изучают... Так, это что? Песчаники? Они изучают космос и нихера не изучают... Океаны. Лучше бы они океаны изучали. Там гораздо все прикольнее, наверное, чем в этом космосе. В космосе что? Нет же никого. А в океане хотя бы же есть живые существа. Нам бы хоть показывали, как они выглядят. Эй, говно! Welcome aboard, Captain. Сидит он, прыгает. Эй, блядь, я перевернулся! Ты чё делаешь, скотина зубастая, бляха? Мне нужна, короче, какая-то пушка. Мне нужна огромнейшая пушка, которой можно убивать акул. Их же по-любому как-то можно убивать. Ну или броню охеренную, которая не даст мне убивать мотылька. Я-то думал, у меня энергия кончится, а оказывается, у меня быстрее кончится на самом деле. Не... Это... А, это от меня воздух. Не энергия быстрее кончится, а здоровье. Бляха, тут столько всего непонятного. Я все-таки надеюсь, что у меня будет какой-нибудь бронекостюм для меня, бронекостюм для мотылька. А то ведь постоянно шугаться акул, это вообще как бы не прикольно. Уж акул-то чего шугаться, ладно там дьяволов морских. Нам по-любому нужна какая-то огромная пушка. Чтобы как жахнул, сука, и пол океана просто всплыло. Как динамитом каким-нибудь. Но это только для акул, нормальных рыб зачем трогать, в принципе, не надо. Так, а мы далеко вообще, нет? Нет. Так, дегидрация. Сейчас, подожди, я доплыву. У меня там тыква растет. Моя тыква, всем тыквам тыква. Она быстренько меня... И... Вот, короче, слышишь? Мне это сельдь моим хвостом утащила, по-моему, по моей мотылька. Как его заряжать-то? Как его чинить? Может быть, его надо куда-то пристыковывать, или он сам починится? Мне кажется, наверное, где-нибудь сзади есть какой-нибудь моторный отсек, с помощью которого можно влезть внутрь мотылька и починить его. А это что, у меня трещины на стекле или что? Я не хочу, чтобы у меня у мотылька трещины были, вы что? Как его чинить? Может быть, вот тут где-то? Тихо-тихо, мотылек, спокойно. Давай. Допустим, как тебя чинить? Залезть, залезть. Мотылек. Доступ к улучшениям. Может быть, а где этот производитель транспорта? Может быть, с него как-то? В смысле? Уже можно? Да? Да ладно, уже можно, ни хера себе! Вот те раз, подожди-ка! Я еще вообще в панике весь, только дайте мне свет, я не вижу ни хера! Так, допустим, пласталевый слиток... Титановый слиток и литий. Бляха, вот это сложно будет. Ну ладно, это мы сделаем. Так, комплект расширенных... Ну, золото у меня прям хоть жопой жуй, я его набрал. Охереть. Очищает воду от соли. Там, типа, всегда будет свежая вода. Стыковочную шахту еще надо построить. Это все можно в мотылек нахерачить, что ли? А с помощью чего это делается? С помощью строителя? О, бляха! Тихо! Я что-то... Сейчас все будет. Сейчас. Я забыл совсем, что у меня вода кончается. Так, тихо, не дури. Опа. О, нормально. Окейушки. Так, ладно, давайте раскидаем быстренько, что набрали. Серебряная руда. Эй, чайку-то отдай.
Сюда. Титан у нас. Сука, не влазит. Блин, подожди-ка. Получается, мы сейчас, во-первых, делаем расширенный компьютерный чип. Бляха, я запутался, мне столько всего надо сделать, прям обосраться. Генератор течения. А где... как мне сделать улучшатель... как его правильно называют? Бляха, опять он не тут стоит. Улучшатель мотылька-то как сделать? Энергетика. Оборудование. Заряжатель энергоячей. А, все уже можно. Блин, везде нужен компьютерный чип. Ну что ты делаешь-то, сука? Лабораторная стойка, стул, стол. Стыковочная шахта, титановый слиток. Так, она ведь что-то для чего-то нужна, это. Это в стыковой шахте, чтобы улучшать мотылек. Сука. Так, титановый слиток 4, смазка 4, расширенником. Блин, да бляха, муха, откуда я столько возьму-то? Блин, это вообще беда, бедой, прям бедень какая-то полнейшая, бедовая. Ну, у меня есть чертеж циклопа, я могу циклопа собрать, если уж на то пошло. Так, ну-ка. Слушай, я не сюда пришел, я вот сюда. Так, ладненько, давайте-ка разбираться. Сейчас мы найдем в рецептах у себя циклоп. И будем что-то делать с ним. Во-первых, надо сделать вот так на всякий пожарный. Так, по батарейкам. Батарейки у меня что? Батарейки целые практически. Ну и ладно, хрен с ним. Поехали, значит, сейчас смотрим, каким образом собрать циклоп. Где он вообще у меня? Циклоп! Пласталевый слиток 5 штук. Смазка 2 штуки. Так, начнем с самого легкого. Две смазки. По-моему, мне не хватит. Сука, нет, хватит, отлично, все. Ага. Так, отлично, две смазки есть. Получается, две смазки есть. Дальше, какой-то пласталевый слиток. Что такое пласталевый слиток? Бензол, уран. Бляха, а у меня пласталевых слитков рецептов, походу, дела еще нет. Так, ладно, это я пока положу сюда. Как это все классно, бляха-муха, субмарина какая-то. Она здоровая, походу, если так много всего надо. Так, эмалированное стекло, допустим. Эмалированное стекло. Стекло, хлорка, смазка, магний. О, зуб сталкера. Зуб сталкера надо. Блин, а у меня только один, а там надо два, да? Нужно два. Пять надо, ёб твою в голову, а! Комплект проводов один, ну это ладно. Давайте потихонечку делать. Так, комплект проводов, золото и компьютерный чип. Образец коралловой плиты, две штуки. Сейчас все будет. Фу, я ж прям не могу, я ж прям всего. Мы сейчас сделаем себе циклоп. У нас есть мотылек, который надо чинить. Он, сука, свое отжил уже практически. Еще надо построить какую-то хату. Так, образец... Ай, бляха, не коралла, а коралловой плиты. Так, ладненько. Блин, ну вообще огонь, короче, прям вообще полнейший огонь. Иди сюда. Да куда ты, стопэ? Так, две нужно. Ага. Сразу наберем, чтобы несколько чипов сделать, потому что они там везде требуются. Да возьми ты ее, ёпты. Так, ладненько. Для меня, короче, этот уже глайдер, он просто святое дело, он постоянно со мной. Я перезаряжаю, заряжаю батарейки, и все нормально. Так, золото. Золото у меня тоже... А, нет, золото мне пока не надо, мне нужна серебряная руда. Так, значит, раз, два, три, четыре, по-моему, надо. Чип. Кварц. Кварц. Еще два кварца нам нужно. Вот как хорошо, когда все под рукой. Прям вообще красота. А вот есть же там режим, где ресурс не ограничен. Это, с одной стороны, классно, но уже не интересно, потому что, когда все перед собой, ты не исследуешь практически много чего. Так, значит, чип. Поехали. Раз чип. Два чип. Пригодится. Дальше, что мы хотели? Расширенный комплект проводов. Золото. А, это для чего надо? Точно. Золото. Не помню, сколько надо. Одно, два. Расширенный комплект проводов. Да, два надо.
Спрячем пока, чтобы не потерялось. Так, расширено. Вот здесь мы будем хранить все, что нужно для циклопа. Что там еще для него нужно? Так, пласталевый слиток. Смазку взяли, расширенный комплект проводов взяли. Эмалированное стекло. Нужно очень много эмалированного стекла. Пока сколько мы можем сделать? Пока мы можем сделать... одно только. Бляха, нам нужны зубы сталкера. Так, кварц, хорошо. Так, и зуб сталкера. Бляха-муха, это будет все вообще очень долго. Стекло. Эмалированное стекло. Ага. Так, хорошо. Значит, во-первых, нам нужно дальше посмотреть для... Вот. Титановый слиток 4, 4 смазки, расширенный комплект проводов. Блин, может сначала эту хрень сделать-то? Наверное, лучше сначала ее, потому что нам много чего придется исследовать. Так, титановый слиток. Это надо, сука, 40 титана, да? 40 титана получается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, семнадцать, девятнадцать, двадцать. Хорошо, 20 раз. Еще намутим, такая красота вообще будет. Значит, ну нам хватит титана по-любому, получается, еще 20. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, семнадцать, девятнадцать, двадцать. Отлично. 20. Ага. Так, хорошо. 4 смазки. А смазки у меня пока что только 2. Так, значит, нам нужно еще... Секундочку. Блин, куда бы тебя все положить-то пока что? Давай сюда. Раз, два, четыре. Потом... это серебряная руда. Ее пока что сюда, чтобы не мешалось. Это верни. Так, компьютерный чип. Сюда. Тоже пригодится. И нужно 2 смазки. Ладно, поехали за смазкой. Нам же куда-то сюда. У меня здоровье само, по ходу дела, восстанавливается полигончику. Пока мы все это строим, у нас здоровья будет куча. Так, всего лишь нужно... Сколько? 4... Нет, 6. А у меня не влезет 6. Бляха, 2 раза придется плавать. Ну ладно. Не нужно 6 семян. Что-то звук иногда пропадает от этого вот этого передвигальщика. Мне нужно 6 семян, чтобы сделать 4 смазки. У меня пока что только 2. Так. Раз. Эй, какой образец водорослей? Раз, два, три, четыре. Инвентарь полон. Так, фрагмент водоросли, уйди. Да какая нахрен водоросли? Выкинь в жопу. Не, тогда получается влезет, смотри-ка. Брось семян. И бросить семян. Отличненько. Блин, ну теперь за кислородом опять надо следить. Я забываю про него. Ну, мотыльке-то уже привык. Получаешь постоянный приток кислорода и особо не паришься по этому поводу. А здесь ни хрена себе. Он берет такой и пропадает. Это вообще беда. Ща мы тут нахер наисследуем все дно морское, наисследуем. Так, ну-ка. Значит, теперь давайте сделаем вот так. Одну батарейку мы отсюда вытащим. Одну поставим. Пусть заряжается. Так, сколько там смазки надо еще разочек? 4 вроде как. Да, у меня только 2. 2 же у меня. 2, все правильно. Поехали. Блин, он гудит, когда заряжает, но хотя бы понятно, что он работает. 4 смазки у меня есть, допустим. Раз, два. Расширенный комплект. Сюда мы берем. Отсюда же? А, нет, из этого. Так, 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 так. Так, его строить где-то надо, значит, наверху, правильно? Где-то, может быть, вот тут вот. Ой-ой-ой, ну-ка. Точно. Блин, а можно как-то выше-то? Или выше типа нельзя?
Блин, я хочу, чтобы он над водой торчал. Хотя он должен быть рядом с базой, все логично. Где вот он сейчас позеленел? Где-то тут. Допустим. Ты представляешь, вообще сейчас будет веселуха прям. Красота прям будет. Отлично. Warning. Emergency power only. А, они соединяются? Нихера себе! Ой. Ой. Слышь. Бляха, изготовитель. Надо перевесить в другое место. Так, значит, куда бы тебя перевесить тогда? Давай вот сюда я тебя повешу. Так, изготовитель. Ну, повесься уже, что ты? Главное, чтобы ходить не мешал. Почему он сюда-то не хочет вешаться, а вот сюда? Ну, давай повесим сюда. В смысле на 10 секунд? Ты чё, обкурилась, что ли, женщина? Бляха-муха. Так, мне не хватает энергии. Мне нужно срочно, короче, тогда построить что-то ещё. Так, энергия. Блин. Короче, не хватает ни хера. У меня там растения не подохнут от этого? Так, ну-ка. В натуре не хватает. Смотри-ка, что происходит-то. Сейчас доделаем без проблем. Я, куда они пропали-то? Что за херь-то? Они же вроде были. Или они сломались, когда я эту херню сделал? Так, это надо побольше поставить, пусть стоят вот здесь все. Ага. Куда еще захерачить одну? Хорошо. Так, ну еще одну можно, ладно. А, все, не хватает. Чего не хватает-то? Так, а мне как же заплывать туда? Через низ, что ли? Блин, а через низ-то сложно. Только мотылёк, ты где там? Welcome aboard, Captain. Ой, я поставил какое-то прям такое неудачное место. Да, Welcome вообще место aboard, неудачное. Ха-ха-ха! Охереть! Вот это вообще мясо! Что происходит с ним? А, залезь в мотылёк. Сиамут Черджинг. Что-то заряжается сейчас, да? Судя по звуку, он ремонтируется, заряжается. Энергии не хватает, вообще дико прям. Бляха, не хватает энергии, надо еще устроить. Можно, конечно, построить что-то другое, типа какого-то биореактора. Но мне на него нихрена не хватает. Смазка нужна. Растительную материю в энергию. Больше 15 градусов, 50 вниз. Так, титановый слиток, магнетит. Нет, это я нихрена построю. Расширять диапазон передачи энергетических ресурсов. Блин, может его сначала захерать? Что там нужно? Золото? Так, а где тебя построить? Надо на улице строить, да? Ну, поехали. Не хватает, вообще дико прям не хватает этого. Допустим. Он что-то типа передает, да? Так, ладненько, биореактор. Что для тебя нужно? Смазка. Поехали за водорослями. Энергия просто прям в никуда уходит. Я не понимаю, почему начал строить базу именно здесь. Но когда мы ее разберем, мы ее куда-нибудь перевезем, наверное. Пригодится. Сколько надо смазки-то? Одна, две?
По-любому все это перегодится, и по-любому все это куда-нибудь перевезем. Мы сейчас сделаем, чтобы у нас мотылек мог жить нормально, а потом будем строить циклопа, получается. Классно. Классно. Поплыли назад. Где? Ты ж потерялся, смотри-ка. Взял и потерял. Блин, время-то уже сколько прошло. Вообще незаметно время летит. Я не знаю, прям куда-то уносится нахрен время. Сейчас мы достроим себе, построим биореактор, попробуем. И, возможно, у нас что-то станет лучше с энергией, потому что энергии не хватает совершенно. Солнечные панели никак с ней не справляются. Куда его ставить, только интересно. Сюда, например. Так, все, убирай. Так, мы смазку-то еще не сделали. А, нет, смотри, энергия появилась. Все, а, не хватает на одновременный ремонт. Так, ладно. Значит. Все равно надо поставить, потому что, бляха, недостаток энергии — это дело плохое. Так, хорошо, куда тебя поставить-то? Тебя на землю надо куда? Блин, а куда его ставить? На фундамент? Но на фундаменте у меня места нигде нет уже. Так, куе вращать там было написано. Вращается. А как ты должен стоять-то, объясни-ка мне? Может быть, сюда? Блин, что-то непонятно. Компостирует растительную материю в энергию. Не, ну явно, наверное, где-то рядом с растениями надо поставить. Или просто на фундамент что-то не хватает. Ну, подожди-ка. Так, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Фундамент. 4 титана. Да я тебе твою, теперь титан кончился. Ну, что ты будешь делать? Сука. Кончился титан. Ну, вообще, поворот внезапный. Где? Так, у меня где-то вон там металлом. Кусок металлолома на черный день валялся, я его постоянно примечал, но никогда его не брал. Думаю, настанет черный день, я его возьму. И вот, собственно, по ходу дела, этот черный день настал. Вот он, сука, смотри-ка. Опачки. Блин, ну база-то огромная уже. Да не бубни ты, мать. Опачки. Все, энергии полно, красота. Так, так. Ой, какое стекло-то! Зачем стекло-то тебе? Зачем, сука, кварц просрал тебе? Ааа, иди твою мать, не достал. Так, а, все нормально. Ну ладненько, пойдем попробуем построить вот тут. Где же устроить-то? Может, его в базе надо рядом с растениями строить? Для этого, наверное, нужны семена всякой херни, которая нам, в принципе, не важна особо. Точно, смотри-ка, в центре ставится. А я ходить тут смогу? Блин, а я ходить тут не смогу, ни хрена. Вообще не смогу. По грядкам, если только. Ну ладно, пусть стоит. И чё? Блин, на туре не смогу ходить по грядкам. Ну что я могу поесть? У меня база такая маленькая. Энергии 19250. Еще больше ничего не вырабатывается. Надо еще одну грядку туда построить, вот тут вот. Чтобы на ней посадить больше растений. Еще она строится. Так. Из титана. Да бляха, титана нет, ты издеваешься. Блин, на туре нет титана. А что ты работаешь вообще, нет? Не активен. А почему? Использовать биореактор. А, так это, эту херню надо собирать. Ну-ка, давай попробуем тогда. Корзиночник. Так, а как тебя собрать-то? Ты вообще собираешься, нет? Ну-ка. Семенами питается. Походу дело, да. Так, ну-то нам по-любому нужна грядка и отдельная для производства всякой вот этой вот херни, типа корзиночника, хериночника. Но этим мы всем займемся, да, в следующей серии. Так, секундочку.
Че, в смысле, все по сотке? Странно, ну ладно. Так, все, пока разложу, пока не запутался. Стекло тоже тут оставлю. Птички надо выложить. Как-то вот так. База, конечно, пока кривоватая. И ящики бы надо куда-то переставить, чтобы нормально ходить. Вот этот ящик мешается. Ну, блин, у меня теперь вообще все есть. У меня все есть, вообще все. Ха-ха, я жить могу здесь. Так, короче, солнечные панели не вырабатывают энергию, пока нет солнца. Но все логично. Сейчас утро настанет. И, я так понимаю, у нас очень быстро прибавится энергия. Пойдем засечем это дело. Энергии 31. Смотри-ка, биоректирует там. Ну, смотри, энергия поползла. Солнце, солнце, солнце появилось, окей. Так, использовать биореактор. А сколько кончается-то? Может быть, сюда еще 7 пальм положить? Почему нет? Ну-ка. Фрейд! Нож сломался, ты понял, да? Нож сломался. Ну, хрен с ним. Так, ладно. А что, и нож-то еще мы делаем? Блин, взял, нож сломал. Как так-то? Титана, силиконовая резина. Бляха, ладно, в следующий раз. Давайте, короче, крайне надо заканчивать. У нас база сегодня прям разрослась вот так вот. У нас вся игра просто сейчас взяла и разрослась вообще за одну серию. Вьюх! И мы, короче, уже практически короли подводного мира. Ссылка на плейлист будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер. Комментируйте, ставьте лайки. И всем до встречи в следующей серии, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.